Это Анна. У нее в семье все хорошо. Я тобой горжусь. Это муж Анны. Наш почетный гость, великий архитектор. У него везде все хорошо. Замечательный семьянин. А это любовница мужа. Для нее, когда у других все хорошо, это очень плохо. Сколько мы еще будем все скрывать? У тебя другая женщина. Новая жизнь Анны. Первые три серии бесплатно. С 28 мая на сайте и в приложении «Смотрим».